Как сообщает наш специальный корреспондент, 16 ноября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева прибыли с рабочим визитом во Францию для участия в форуме лидеров 38-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. В Парижском международном аэропорту Орли главу государства и его супругу встречали высокопоставленные представители государства и правительства Франции.